Добрый день, Катерина. Вот снимаю вам второе уже видео. Первое посылала в начале июня. Консультировалась насчет своих малышек, когда они были маленькие. Сейчас они у меня выросли. Так, ну, как всегда, вот эти края поменьше, потому что у меня здесь, да, эти клины растут большие. Видно, они им мешают. А так, в основном, мне нравится. Это мои малышки, это мои девочки. Вот так выросли. Вот, у меня тут и американка гигантская, и корзиночная есть. О, какие высоченные стали. И прутики, он какие хорошие. Я считаю, что это хорошие прутики. Будут еще не вечер, как говорится. Вот. Несколько раз я их прыскала от гусеницы, заводились. Вот. И два раза фитоспоринчиком. Вот, вот такие малышки мне выросли. Так, я консультировалась, вам жаловалась на то, первый раз, что они начали ветвиться. И макушечки у меня были ветвистые. И боковушечки у меня росли. По бокам, на каждом листике. Вот сейчас я специально здесь оставила для примера, для показа, как они у меня ветвились. Прям на каждом листочке. Вот. На каждом листочке вот боковые побеги. Но я провела эксперимент для себя. Сначала отчаивалась, а потом решила сделать эксперимент провести. Вот эти боковушки, пока они были молочные, я их вот так отщипывала. Снизу доверху. Отщипывала вот так. Вот. Ну, сначала провела на двух, на трех кустиках. Недельку продержала их. Посмотрела, как они себя чувствуют. Они чувствовали себя нормально. Я аккуратненько, не трогая листочки, вот так вот их всех поотщипывала. Вот. И они у меня пошли в рост. Ни на макушках не стали ветвиться, ни по бокам. Вот такие они у меня красавицы пошли. Вот. Нету ни одной ветвистой. Вот. Мой эксперимент, значит, удался. Вот. Я через день хожу их, проверяю, наблюдаю за ними. И они мне пошли в рост. Если бы я не отщипывала вот эти боковые, вот, оставила еще один для показа. Как так вот, чтобы виднее было, вот какие. Вот они, боковые прям. Я же говорю, на каждом листочке, на каждом. Вот я их, пока были молочные, отщипывала вот так аккуратненько. И выкидывала. И у меня стали прутики ровненькие расти. Набирать рост. Вот. И сейчас все хорошо. Вот. Да, вот только вот тут вот желтенькие как были. Но все равно немножко они растут. Хоть и пожелтели, чего-то им не хватает, но не хватает, я и думаю, им тоже света. Потому что у меня здесь тоже вон какие клены растут за огородом. Но мы их осенью спилим. Как только уберем ивушку, мы их всех попилим. Вот с этой стороны спилим. Я думаю, будет тут солнышко им хватать.
И они у меня пойдут в рост. Да, это вот все и американочка гигантская, и корзиночная. Вот. Но я не отчаиваюсь. Я думаю, эти череночки, они не сухие. Я думаю, что они корешки дали. Мне главное, чтобы, конечно, как вы сказали, чтобы укоренились. Я буду верить, что это они укоренились. Так, вот это у меня сорт. Сейчас скажу. Так, это корзиночная. Ну да, серединка у меня вся отличная. Уже под 2 метра есть. Может, 1,90 м. Вот это. Вот это у меня сорт. Сейчас скажу. Так, это у меня пластилиновая. Это пластилиновая. Но середочка тоже хорошая в пластилиновой. Так, ну здесь они хоть и не желтые. Так, это у меня сорт. Сейчас скажу. Так, это я их все подписала. Это Альба. Это у меня Альбочка. Вот это Альба. Середочка тоже хорошая. Это у меня должна быть Вителина. Да, вот это Вителина. Вот. Сейчас скажу, вот какие. Это хорошие, вон какие есть. Да, и каждый сорт у меня ветвился. Каждый, на каждом было по много побегов. Ну, я считаю, что очень хорошие прутики пока. Еще не осень. Вот. Это их наклонил ветер. У нас этот год ветреный, дождливый. Вот. Прутики отличные. Вон какие хорошие. Вон какие высокенькие. Там вообще... Вот, сейчас у меня еще есть сорт пепельный. Пепельный. Я все помаленечку набрала. Не, ну, американки, конечно, я больше набрала. Вот у меня пепельный. Вот листики такие, листочки. Вот это у меня сорт пепельный. Угу, это хороший. Так, а это, как крайний ряд... Вот это, я сажала по одному череночку. Я у вас брала Великобританию. Смотрите, какая красота. Ой, дождь пошел. Вот какая красота. Это у меня все великобританские. Ой, прерываюсь, пока дождь пошел. Так, продолжаю. Небольшой еще есть, тучка нашла, но... Так, вот это у меня великобританские. Этот край очень хороший. Вот, с одного череночка. Раз, два, три, четыре, пять. Вот каких хороших прутиков. Это раз. Я их по 3 сорта у вас выписала. Вот какие. Да. Вителина и F123, по-моему, очень похожи. Очень похожи друг на друга. Угу. Так, это, да, вот это вот, наверное, S123. Это вот другой сорт. Вот тоже с одного череночка. Вот какие хорошие, какие здоровые повырастали. Ну, тоже на них вот растут. Маленькие отросточки. Вот какая красавица. Аж повалила. Да этим ветром все погнуло. Ну, ничего. Главное, чтобы выстояли. Вот они, мои красавицы. Так, здесь пленка у меня лишняя осталась. Порвала пленочку. Не выдержала лето. Дожди и ветра. А вот это... Я у вас недавно, вы мне прислали малышек, горшочки, в горшочках. Это тобол, вот, начинают подниматься, начинают, зазеленели.
Да, неделю назад, наверное. Это С49. Красавица Великобритания. Это L191. Ну, гром гремит. А это Олимпийский огонь. Они у меня уже оживают. Хорошие. Хорошие. Видите, пришли. В горшочках. Я рада, я довольна. Так что я думаю, все будет хорошо. А сюда застелю я или материал на зиму посадить, досадить дальше. Вдруг своих набрать череночков. Я застелю, наверное, этим черным материалом. И все. И будет у меня все хорошо. Поэтому вот моя красота. Мои невестушки уже. Я думаю, до осени. Вот солнышко. Вот до осени они у меня еще подрастут и порадуют. Вот такие дела. Спасибо вам. Все хорошо.